Я смотрю на сцену и просто торжество эго. Потом в какой-то момент можно убрать все, что смотреть на свой портрет. Ладно. Тяжеловато может быть, но посмотрим, как пойдет. Всем добрый вечер. Спасибо за помощь. Сегодня что у нас? Творческая встреча это называется, да? Да. Просто не знаю, мне творческая встреча ассоциируется. Творческая встреча с, там, не знаю, заслуженным работником культуры. Ну, не знаю, что у нас сегодня получится, поэтому, конечно, меня немножко смущает, что все так подальше отошли. Типа, чтобы абы чего не произошло, да? Ну, просто имейте в виду, в любой момент меня это... Не то, что меня это заведет, если вдруг начнете потихонечку подходить. Потому что, тем более, творческая встреча, она что, подразумевает общение, наверное, какое-то, да? О, можно меня тоже еще потише сделать? Я прям такой громкий портрет мой еще, я еще и громкий получаюсь. Это... Поэтому задаем вопросы, все, что вас интересует. Если я смогу, отвечу, если не смогу, то придумаю ответ. И, ну, я не знаю, вот с чего начать, наверное, так как я вот летел, пожалуйста, конечно, вот. Специально для вас я тогда сейчас сыграю что-нибудь. Для меня сейчас просто первая задача — не заснуть. Самое главное. Вот. Поэтому давайте, наверное, чтобы наладить какой-то контакт, я просто что-нибудь сыграю. А потом, может быть, вы что-нибудь прокомментируете, спросите. Да? Или не надо играть? Сыграем, сыграем, а там посмотрим. Думаю, что, ну, тоже не знаю, что... Наверное, тоже надо что-то сыграть, ни в коем случае не балладу, опять же, чтобы не заснуть. Поэтому что-нибудь такое бодренькое сыграю. Блюз, да, дойдет. Блюз. А почему бы и не блюз? Да? Точно? Ну ладно, давайте сыграем блюз. По вашим заявкам, посвящается вам, так как переместились, играем. Блюз. Владивосток блюз. Thank you.
Часто я уже считаю, что это, ну, это действительно идеальные сборники. И это даже музыкально очень много просто красивой музыки, несмотря на то, что это этюды. Вот. И, собственно, вот так вот год я играл черни и баха и всего остального только для того, чтобы поступить, ну, на джазовое отделение. Но несмотря на то, что поступаешь на джазовое отделение, нужно играть и классическую музыку. Вот так я и поступил в училище. Потом там не доучился. Но не доучился, я учился очень старательно. Просто появилась возможность уже поступить в Академию Гнесиных к Игорю Михайловичу Брилю. И, соответственно, после третьего курса я уже поступил в Академию Гнесиных. И вот там как раз вот про Баха спросили, это очень интересно, потому что я так рад был, что все, я поступил в Академию Гнесиных на джазовое отделение. И я вот на всю жизнь запомнил самый первый урок как раз Игоря Михайловича. Я так переживал, там все лето готовился, там какие-то джазовые пьесы придумал, какие-то целые там опусы, думаю, ну все, покажу ему. Я пришел, начал это все показывать. Наверное, полчаса я просто без перерыва играл. Игорь Михайлович так сидел. Дослушал до конца. И я говорю, ну что? Игорь Михайлович так сказал. Так такую паузу сначала выдержал, потом говорит, Женя, понимаешь, какая штука? Вот. Из большой рубашки можно сшить много маленьких, а вот из маленькой уже ничего не сошьешь. Приноси гаммы и баха в следующий раз. Я помню, я был в ужасе. Это меня настолько запомнилось, когда я уже поступил в Беркли. И
разговаривал там с сокурсником своим. Он спрашивал, а как у вас там на джазовом отделении преподают? Я говорю, я бы вот рассказал эту историю. Он говорит, представляешь, вот чем они занимаются там у нас на джазовом отделении. И самое интересное, что вот мой сокурсник, он так остановился и говорит, слушайте, а твой педагог гений, потому что Бах это на самом деле самый главный джазмен наш. И тогда-то я не понимал, а сейчас, конечно, я очень благодарен Игорю Михайловичу за то, что... Ну, то есть он практически редко слушал там, что я там джазовый играл, мне постоянно как, приноси Баха, приноси Шопена, приноси Скрябина. И я тогда жутко, конечно, расстраивался по этому поводу, а сейчас очень-очень рад. Ну, вот так вот вкратце, как складывалась моя музыкальная жизнь. Но сейчас я Баха играю, но дома, когда закроюсь, там, никто не слышал, там, Скрябина, там, Шостакович люблю, там, на самом деле, очень много таких, да, композиторов, очень много чего можно использовать в джазе. Там есть такие гармонии, которые берешь, там, вставляешь вместо аккорда, к которому все привыкли. Ну, функция у нее такая же, но расположение немножко другое. И я прям проверял на разных музыкантах. Раз нажимаешь, они такие, ух ты, что это такое? А это Шостакович, Скрябин. Ну, тем более, если взять того же Скрябина, да, там, проходили аккорд Прометея. Знаете такой? Знаем. Знаете? Я знаю. Это что? Я знаю. Ну это же, как его описать? Опишем то, что это уникальный аккорд. Уникальный аккорд, это прорыв во Вселенную, как там, в космос. Да, но на самом деле, ну вот сейчас просто, как он звучит? Ну это же джаз. Я даже ставил эксперимент. Можно, например, сейчас мы блюз попросили, а вот можно попробовать сейчас блюз тоже сыграть такими аккордами. Сейчас, не знаю, попробую. И так далее, да? То есть, на самом деле, абсолютно джаз такой звучит, а это просто аккорды Скрябина. Так, вот видите, как я сейчас, если я буду продолжать говорить, меня это уведет совсем далеко, может быть. Есть еще какой-то вопрос? Заказ через кассу. Ну да, а специфики обучения в Беркли расскажите немножко, пожалуйста. Специфики? Ну... Вот про Академию Гнесиных вы рассказали, как вы там учились, а как вот все-таки там? Очень да, интересно. Да, Академия Гнесиных замечательно, да. Там прекрасно. Просто надо, да, понимать, что... Обучение в Беркли и у нас хорошо, и там хорошо, просто это во многом отличается. Вот я сейчас как раз пока по дороге немножко так беседую на эту тему. Ну, первое, что мне сразу бросилось в глаза, то, что там сразу студенты учат брать ответственность за свое обучение. То есть, если поступил в Беркли и до конца не понимаешь, что ты хочешь получить и чему ты хочешь научиться, то это может быть просто зря потраченное время. Да, там нужно понимать, что очень большое обилие разных направлений, которые можно изучать, и это все зависит от студента. Что ты выберешь, куда ты пойдешь, в какую сторону. Начиная с того, что каждый студент сам себе составляет расписание, исходя из того, что ему нужно сдать по его программе. То есть это вот такое первое отличие. Сами за себя берем ответственность. Потом, ну вот, много таких было предметов. Я помню то, что это, думаю, зачем мне это надо, там, например, нас там заставляли, а вот напишите там свое резюме, и мы вам оценку поставим. Сделайте обложку для диска какого-то там, да? Я думаю, ну зачем это, какая-то непонятная. Я хочу джаз играть, пентатоники и... лады. Вот. Но потом, когда я выпустился и понял, что мне надо работу искать и зарабатывать как-то, понял, что у меня просто есть пакет документов всех, так, у меня все, как бы все для того, чтобы отсылать на разные работы. И в этом плане, конечно, в Беркли тоже очень четко все. Они сразу, ну как Америка, да, они сразу настраивают на то, что ты должен на этом зарабатывать, иначе какой смысл, да? Об этом, мне кажется, мы иногда забываем, я сейчас тоже преподаю, но я вот
Я стараюсь думать и студентам лишний раз напоминать, а вот как вы собираетесь потом? Да? То есть одно дело там раскрывать образ произведения, там, это все очень важно. Но потом студент, когда сталкивается там, с тем, что вот он выпустился с дипломом, а что делать дальше, непонятно. Здесь, конечно, в первую очередь выживают те, кто умеет много чего делать. Да? И вот в Беркли, кстати, этому всему можно учиться, очень много разных направлений, помимо просто нашего исполнительского. Вот, потом, что меня еще вот... Ну, это, наверное, меняется сейчас тоже, вот, но первое, что мне вот бросилось тоже в глаза, вот, допустим, я попал в ансамбль к Джо Лавана, такой саксофонист, Грэмми, там, то есть знаменитый человек, я так был рад, что попал к нему в ансамбль. Мы вот играли, и там нету экзамена по ансамблю, просто каждый ансамбль играет в конце семестра концерт. И Джо Лавана с нами играл, сдавал экзамен, например, вот этот концерт. И это было удивительно. И он, при том, что он мало что говорил, но он постоянно вот дул с нами вместе, да, на саксофоне. И я понял, что вот просто за этот семестр без слов я научился больше, чем там из учебников. Да, и это очень было распространено среди педагогов, когда просто педагоги со студентами играли, сдавали экзамены. Ну и самое для меня было ценное, например, когда педагоги сами устраивали какие-то такие джемы, брали классы, там спрашивают, там, Евгений свободен сегодня, заходи, поиграем в стандарт. И это вот для меня просто самое было лучшее обучение, мы просто играли стандарты, вместе там ошибались, учили что-то новое, там сам педагог говорит, ой, что-то я забыл этот стандарт, давай там, я там раз ему показываю. Потом раз в месяц играли, и все это он всегда еще записывал, присылал записи, ну то есть очень прям такая полезная практика. Ну это вот, чем еще отличается Беркли? Ну и просто то, что это там обучение очень дорого стоит, мне повезло, что я бесплатно там учился. Вот, но когда ты там обучаешься, ты понимаешь, что куда уходят эти деньги. То есть там, конечно, все сделали для того, чтобы занимались студенты, росли, и всегда можно найти класс для занятий, всегда можно найти место, где репетировать, найти любую информацию. Ну вот, это, наверное, основное. Хотя у нас уже тоже к этому стремятся. Ну вот самое первое, это все-таки, наверное, вот то, что если кто-то собирается в Беркли, просто вам совет. Изучите все направления и подумайте, чему вы реально можете там научиться, чему, например, сложнее у нас научиться, да? И важно просто понимать свои цели. И это вообще, мне кажется, очень важно для всех артистов, особенно когда мы выпускаемся, потому что я так тоже смотрю. Те студенты, у которых есть четкое понимание, куда они идут, они и идут. А вот, ну, особенно в джазовой среде есть такая опасность, что просто плывем по течению, здесь позвали, там позвали, здесь не позвали. Потом как бы раз смотришь, 10 лет прошло, а чего я хочу. Поэтому здесь важно четко понимать. Я даже, кстати, рекомендую просто записывать. Это, кстати, я тоже в Беркли этому научился. Тоже взял я занятия по продакшену. Это сейчас уже все это слово знают, а тогда ничего себе продакшен, как это еще за продакшен. Вот, и первое задание было, нам педагог сказал, возьмите свою самую любимую запись и на листке бумаги напишите все, что возможно, что вы слышите, что вам кажется, как это записано, какие инструменты используются, и даже не только это, какие эмоции возникают. Я тоже тогда подумал, какое-то странное задание. Потом начал, потом раз смотрю, не могу остановиться, записываю, и я понял, что потом на следующий день же переключилось сознание. Я музыку стал слушать по-другому. Не просто там, ой, как красиво. А почему красиво? А что мне нравится? А что из этого, допустим, слушаешь там своего любимого исполнителя? Ой, классно, я люблю там его. А почему? Вот задаешь студенту вопрос. Не всегда могут ответить. А когда начинаешь копаться, а почему? А что он делает? А почему я этого не делаю? Да? А что конкретно?
а что я могу сделать, чтобы приблизиться к нему. И мне кажется, это очень важно просто для собственного роста. И это помогает нам всем расти. Особенно, когда мы уже выпустились из учебного заведения, нам никто, нас никто не сзади не подталкивает. Вот, а здесь важно самому себя подталкивать. Я уже забыл, на какой вопрос отвечал. Так, следующий. Можно вопрос? Да. Играл в ансамбле, допустим. Как вы играете с барабанщиком, с басистом? О, это мой вопрос. Как у вас происходит взаимодействие и... Ой. Хороший вопрос. Как вы... Да. А вот как у вас происходит? Мы приходим на студию, Назаев учится, я ставлю клавишу, Левенко играет на пианино, остальные величества играют на барабанах, и, короче, мы пытаемся настроить. Сейчас играем, полтора часа, два часа играем, выходим на концерт, играем, и просто импровизируем во времени, как получается, и доходы, и кушаем друг друга. Все это вообще. Вот, на самом деле, слушаем друг друга, самое главное, самое то, о чем всегда говорит в Америке, тоже ребята. Просто слушай. Просто слушай. Ну, я пытаюсь слушать, да. Слушай. Это, ну, это красивые слова, да. Другое дело, как это сделать. Мы делаем. Молодцы, правильно, значит, вы все делаете. Другое дело. Ну вот, например, я с годами понял, что у всех есть разные. Чувство времени, чувство свинга, да, если мы говорим, допустим. Да, знаешь, не обязательно про свинговую музыку, но вот чувство времени. Я понял такую вещь, что, вот, например, два человека могут играть четко и метрономично, да, попадать в первую долю, а вместе они не будут звучать. Бывало такое? Конечно. Да? И при том, что, да, и не раз. Это вот то, что называется грув такой, да. Либо замедляли, либо ускоряли темп. Ну, да, это исправляется, это... Как нам педагог тоже Бёрка сказала. Есть соль, есть, а перец есть. Посоли, поперчи метроном и проглоти. Ну да, ускоряешь и замедляешь, когда да, это уже чисто технически, это все исправляется, но бывает, когда все ровно, да, но вместе ансамбль не звучит. И я тут тоже как бы очень много об этом думал. Бывает, что с одним барабанщиком ты играешь, он такой бах, аккорд. А у него не там бах. И ты думаешь, что я тороплюсь, что ли? А нет. Есть вот, ну, барабанщики, которые чуть-чуть оттягивают, да. Есть, которые чуть-чуть вперед, но при этом это может быть ровно. Ну, как бы именно ощущение такое вперед. А есть просто, которые просто ровно играют. И тут есть два пути. Либо ругаться с человеком. У нас это распространенный самый путь, мне кажется. Ты играешь там не то. Я просто, у меня нет на это столько ресурсов. Я просто понял, что, ну, чтобы добиться профессионализма, желательно научиться свою игру вот именно уметь двигать. Вперед. Назад и ровно. И когда играешь с незнакомым барабанщиком, ну, тем более в джазе это частая история, там на сейшене раз начали играть, в принципе, достаточно 4-5 тактов, чтобы понять, а, все ясно. Вот, и мне кажется, это тоже очень важно в ансамбле, просто понимать и подстраиваться друг под друга, ну, в хорошем смысле, да. Но, опять же, бывает, вот, тоже затронул тем, кто-то сажает. Но я видел столько примеров, когда, допустим, барабанщик устает, сажает, а гитарист играет идеальным чувством ритма, идеальной восьмой. И все вместе складывается в такую хорошую картину. Вот, поэтому тут за ритм ответственны, я считаю, все. Это заблуждение, то, что только барабанщики, басисты должны следить там, за ритмом. Поэтому я, допустим, всегда студентам говорю, вы должны там... уметь сами там сыграть, ну, то есть, грубо говоря, я не знаю, там, любую пьесу там какую-нибудь, ну, или даже там соло сыграть, и так, чтобы барабанщик зашел, ему было понятно. Ну, даже одной рукой, вот, например, да, что типа того. Да.
чтобы вот этот вот нерв был, насколько он возможен, при отсутствии сна. Вот, основной момент, да, и, конечно же, и, ну, еще с годами, знаете, меняется, вот, раньше, допустим, вот есть какая-то работа, да, вот ты ответственен за работу, тебе нужно набрать ансамбль. А раньше, я помню, по молодости, думаешь, надо покруче взять, там, вот этот классный, этот классно играет, но немножко... Этот супер вообще талантливый, но нахамить может. Например, да, такие, этот вообще супер, но у него костюма нет. И просто сейчас я, например, понял, что... Я многих, кстати, спрашивал профессиональных музыкантов, говорю, как вот вы выбираете в тур, с кем поедете? Говорит, в первую очередь должен быть классный парень. Да, просто человек, правильно. И да, и сейчас классно, когда это совпадает. Такое бывает, но не всегда. И бывает, что в ансамбле там, может быть, чисто музыкально кто-то, может быть, чуть слабее, но зато по-человечески все складывается, и тогда и музыка складывается. А бывает, что все гении и все. Ну, таких примеров очень много, оно вместе не работает. Поэтому все, что касается ансамбля, тут еще психология задействована. И надо на это, мне кажется, тоже обращать внимание, помимо там, технической стороны. Ну, вот так, не повезло. Балладу какую-то, балладу. Да, сегодня у нас по стилям, давайте. Сейчас я вам. Я насколько слышал, что вы учились в Кенни Вебер. Нет, я был бы рад бы учиться. Значит, я неправильно повторяю. Да, это в моих мечтах, только я учился в Кенни Вебер. А что именно вас в нем привлекает? Мне в нем его безучастное как-то, безучастное мастерство. О, принуждённое мастерство, да. Ну да, это тоже такая книга у него, если кто не знает, да, книга Effortless Mastery называется, безучастное мастерство, которое... Это мне иногда студенты там на втором курсе спрашивают, Евгений Николаевич, а у вас есть эта книга? Я говорю, нет. Отлично. Отлично, да. Потом все. Но сначала, да, но эта книга опасна тем, что там, то есть, вкратце расскажу, он рассказывает там о том, что каждая нота, которую ты играешь, она самая лучшая. Там, откройся поток, ну, то есть, это все прекрасно, но мне кажется, это чуть-чуть следующий шаг, то есть, он... Прежде чем к этому прийти, он выучил всю джазовую гармонию, все джазовые стандарты, а потом, собственно, вот так. И да, он меня этим и привлекает, что это человек, который просто может играть фри и при этом... То есть не участвует в процессе, как бы? Ну да, это вообще это тоже сложный философский вопрос. Это на самом деле то, к чему мы вообще всегда все стремимся. Потому что я считаю, что лучше всего музыка получается тогда, когда ты, ну, в хорошем смысле этого слова, отстранен, когда ты не включаешь. Ну, вот я, допустим, да, сейчас я вышел, вот вы сидите, смотрите, творческая встреча. И говорит, а сыграйте-ка блюз. И все, у меня запустился процесс, так, блюз. Я должен показать, что я могу блюз сыграть. Так, какие? Да, сейчас. Все, что они думают? А я, наверное, много нот сейчас сыграл. А если мало сыграют, может, подумают, что я ничего не умею. И все, и процесс запустился. И доиграл до конца. Думаешь, так, что было? Много нот, мало нот, гибок это было или нет. Вот, поэтому и это сложно. Мне кажется, это история, с которой каждый музыкант встречался. Или там точно у каждого была такая история, когда там вы сидите, играете на концерте. Краем глаза замечаете, что какой-нибудь коллега пришел и смотрит, и сел в первом ряду. И все. И в голове там, что он думает, так, а что мне сыграть-то? Что я играю? Вообще правильно я играю? А еще страшнее, когда студенты. Это вообще самое, когда там где-то говорят, Евгений Николаевич, там выступите там на концерте в академии. Да, конечно, смотрю, студенты все сидят.
А я им там рассказываю, ребята, меньше нот, играйте меньше. Слушайте, слушайте. Если не знаете, что сыграть, не играйте. Подождите того момента, чтобы сыграть. И сам выхожу и такой думаю, вот что делать. Вот. И, естественно, как и большинство музыкантов, я стремлюсь к тому, чтобы просто выходить и ни о чем об этом не думать. Именно поэтому самые лучшие концерты, лично в моей практике, когда там опаздываешь, самолеты пролетел, тебя выпихнули на сцену, ты еще ничего не понял, начал играть, такой, о, ничего себе, классно. И сам Джека не было, ничего не было, а музыка вот пошла. И, да. Нет, вот я думаю, сейчас... То, о чем он пишет в книге, то, что я примерно понимаю, сам это чувствую, то есть пространство, когда ты делаешь что-нибудь, неважно, ты играешь на инструменте, идешь, гуляешь, само пространство, вы в себе какую-то ритуальность ощущаете, вы что-то делаете для того, чтобы это пространство видеть? Стараюсь, чаще забываю, если быть честным. Ну, да, я понимаю. Но бывает проблема. Ну, я скажу, вот для меня вот я такой техникой стараюсь пользоваться, когда начинаешь играть. И вот бывает, что сразу правильное такое настроение, и все само идет, думаешь, о, все классно. Все бывает, и, кстати, это чаще. Особенно, ну, начало концерта, мы только привыкаем, непонятно, что происходит. И я себе ставлю такую задачу просто сыграть первое, что мне пришло на ум, и сделать паузу. Потом подумать, а куда это может дальше завести? Потом, если нет мысли, еще раз сыграй это же. И, ну, чаще всего зритель считывает это. Ага, значит. Ну, то есть я вообще считаю, что повторений бояться не стоит. Моцарт не боялся, репризы ставил, да? Часть сыграли, и опять по новой. У меня это в школе музыкальной всегда. Еще учительница говорила, да ладно, не надо повторять. Так же все, мне кажется, так делали. Но в этом есть смысл, это не просто так. Это для того, чтобы человек запомнил. Потом, когда идет разработка, и мы ее сопоставляем с тем, что у нас было, а все-таки мы два раза послушали. Также и здесь, я считаю, что в импровизации это очень важно. Ну, вот ну, к примеру, сейчас мы раз блюзы затронули. Вот, что, раз такой вопрос был. Вот, например, я сейчас сыграю два таких примера импровизации на эту же блюзовую форму. И мы попробуем, вы попробуйте проанализировать. Ну, во-первых, скажете, какое, может быть, вам больше понравилось, как вам меньше. И скажете, чем они отличались. Да, вот сейчас номер один, к примеру, да. Давайте.
равно первый. Все равно первый. Да. Ну, это видите. Сложная душевная организация. Не, ну на самом деле... Но на самом деле, да, тут в джазе нет правильного, неправильного. Я просто скажу, ну, с позиции импровизатора сложнее играть в этот второй вариант. Как вы думаете, почему? Потому что пропущено было сложнее. А что там ритмически было? Такого. Замена. Ну, ритмически правильно, правильно, да. То есть, ну, первое, я просто побежал этими восьмыми и бегу, 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 бегу. На самом деле, ну, во-первых, это легче держать форму, потому что так, 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 раз, побежал. Здесь, во втором, приходил делать паузы, а в паузах как раз у нас есть опасность улететь куда-нибудь не туда. Вот, но что я пытался делать, вот то, о чем я говорил, да, играю первое, что приходит на ум, а потом пытаюсь как-то продолжить, чтобы, ну, какая-то хотя бы логика, взаимосвязь, не просто обыгрывание сетки, то, что я вот, меня прям передергивает, когда студенты говорят, да, я по сетке там сыграю, хочется все-таки играть на мелодию, да, какую-то, ну, сейчас у нас нет конкретной мелодии, но тогда наша задача создавать какой-то такой материал, на котором... который будем развивать. Мне кажется, в этом плане очень важно поэтому слушать классическую музыку. Они ничего никогда, классические композиторы, не выбрасывали. Да? Там, не знаю, вот, ну, кто не любит концерт Рахманинова, что там, что второй, что третий. То есть это огромное полотно, но на самом деле, если мы разберем там 3-4 темы, там, по 16, там, по 18, так тоже. Но композитор так это все развивает, что это все складывается в такую единую картину. И мне кажется, это важно нам тоже стремиться к этому. То есть рассказывать какую-то историю. Поэтому вот возвращаясь к техникам, я вот такую пытаюсь технику использовать. Когда не знаю, что играть, допустим, я играю тему. Хорошее есть упражнение, тоже такой первый шаг к импровизации, когда мы берем какую-нибудь тему и максимально ее... раздвигаем ее рамки ритмически, да? Сейчас не знаю, какую можно взять. Просто здесь бибоп не особо подойдет, а какой-нибудь там, ну вот, не знаю. Самые лучшие барабанщики, если вы не знаете, они все владеют фортепиано. Я барабанщик. Владеешь фортепиано.
Так, ну что, есть вопрос к Адиле? Да, сыграешь что-нибудь? Все, я понял. Да. Ну ладно, ладно, я лояльный, так я что... Бибоп. Боря, сыграем бибоп что-нибудь какой-нибудь? Конечно, да, давай сыграем с тобой бибоп какой-нибудь. А ты что, я один поставил? У нас есть прекрасный. Так, ух ты, два саксофона, это моя мечта, то есть... Ну, там были барабаны, да, и бас, сегодня... Да мне кажется, да, тут будет сложно. Ну, давайте. Но мы же не начнем, пока вы не похлопаете, как вы...
Спасибо. Ну что? А когда закругляться-то, кстати? Вопрос? Смотрите, как заказы пошли. Сейчас узнаем, что у нас. Вопросы есть? Предложения? Есть. А сколько вы занимаетесь? Сколько? Часов в день занимаетесь? Ну, сейчас не так много, как хотелось бы. Хотелось бы, но когда дети, садики, школы. Но, кстати, я научился заниматься более продуктивно. Потому что, да, я вот в Беркли учился, там взял класс, 5 часов долбишь, а потом толка нет. Поэтому здесь важно, и этому учишься, особенно когда понимаешь, что нехватка времени. Поэтому бывает, что просто есть 15 минут, но за эти 15 минут делаешь какую-то маленькую вещь. Это, кстати, очень важно тоже в занятиях всем, мне кажется, иметь в виду, что опасность наших занятий заключается в том, что мы хотим сразу объять необъятное, за все хватаемся, а толку мало. И вот я себе просто ставлю конкретные цели. Ну, во-первых, я вот стараюсь каждый концерт там свой записывать на диктофон, потом с болью в сердце слушать. Ну, редко, когда там слушаешь и думаешь, ах, как хорошо все получилось. Чаще всего ты начинаешь анализировать и думаешь, ага, а вот это у меня почему не так хорошо получается. И просто ставишь себе задачу за эту неделю просто искоренить это. И даже если у тебя есть там 15 минут в день, делаешь, а потом записываю, о, смотрю, хорошо, все, везинчик не залипает, например, да, какие-то такие технические вопросы. Поэтому хочется заниматься больше, но с годами учишься просто заниматься продуктивнее и планировать время. Чем раньше мы научимся, тем лучше будет. Спасибо. Да? Понял. Ну что? У меня есть вопрос. По поводу практики. Может, встречали кого-нибудь? Я для себя нашел момент, что я практикуюсь много, но просто в силу того, что не всегда хочется подряд играть, бывает там. Если не проиграл, пошел, попал. Бывает такое? Бывают такие люди, которые так делают. То есть постоянно занимаются, просто да, мне кажется, да, люди-то все разные, поэтому... Я, кстати, понял, что можно заниматься во сне. Да, что понял? Не, мне это один раз очень сильно помогло. Стрессовая такая ситуация, мы там участвовали в телевизионном проекте. И там все пианисты отказались там играть одну пьесу по нотам. Там должны, там три были кандидатуры. А я-то как там в этом проекте участвовал, я говорю, а, ну, Женя, ты сыграешь. Я посмотрел ноты. А завтра прямой эфир. И то есть, сегодня мы целый день записываем, завтра прямой эфир. И я понял, что ну как... То есть я во всех возможных перерывах там смотрел ноты, смотрел, насколько это пытался, насколько это возможно запомнить. Потом пришел домой, тоже поиграл, и понимаю, что в принципе я могу сейчас всю ночь еще посидеть и это учить, но я завтра с утра проснусь и просто... буду не в себе. И тогда вот я лег спать, но как бы занимался. То есть я лежу и занимаюсь. Я вспоминаю все произведения, от начала до конца проигрываю. И наутро, когда я проснулся, я понял, в каких местах, какие у меня места недоучены. В принципе, все уже было выучено, но какие-то места недоучены. Сел, опять же, 15 минут, бумс-бумс. И получается, что я как бы я отдохнул, потому что я, ну, конечно, не то, что я крепко спал, но все-таки я занимался. Вот. Но это сработало, это помогло, в итоге как бы, все сыгралось. Потому что. И я потом с многими классическими пианистами разговаривал, он тоже говорит, смотри, надо во сне тоже заниматься, потому что мозг, он должен за ночь там всю эту информацию устаканивать, что это тоже большая информация. И, ну, это не обязательно во сне, да, на самом деле можно заниматься многими вещами просто, там, не знаю, по дороге, там, в общественном транспорте, да, особенно ритмом, это очень важно, многие у нас забывают ритмом заниматься, потому что его можно бесконечно развивать, и поэтому не обязательно на инструменте заниматься, можешь простучать, значит, уже и на инструменте можешь сыграть. Ну, кстати, вот тоже я вспомнил,
Беркли тоже, когда учился, вот пианист такой Данила Перес, он играл в квартете Уэйна Шортера. И вот одно из занятий, когда пришел, я сажусь за инструмент и такой: нет, не трогай. Ну как? Сегодня у нас урок без инструмента. Мы тоже сумасшедший какой-то. А что мне надо делать? Ты должен сыграть. Я иду к инструменту. Нет, без инструмента. Как? Как я должен сыграть? В общем, как бы я так подумал, ну, может быть, он там, на грани нервного срыва, еще что-то. Ну, вот он меня так заставлял выходить, насколько это возможно, из зоны комфорта. Давай, сыграй этот стандарт. Я говорю: на чем? На чем хочешь, только не на рояле. Там, пляши, танцуй, хлопай. Как бы я там что-то там пытался, там, говорит: я не узнаю этот стандарт. Напевать можно? Нет, нельзя напевать. Думаю, вот. То есть он меня мучил, ну реально, он меня просто час вот так мучил, я уже там вспотел. А потом говорит: ну все, теперь садись, сыграй его на рояле. И ты садишься, и это для тебя просто такая награда, вот как это, да? Дали конфетку, наконец. Нет, ну это на самом деле работает, и ты в таком счастье, и... То есть за это время, пока ты там обезьянничал, там что-то в голове произошло, то есть ты эту музыку услышал немножко с другой стороны. Петь нельзя было, да, все что угодно. Да, и просто он хлопать можно. Нет, все как бы все с телом можно, там подручные средства бери, пожалуйста, да. Но как бы. Да, но и аккордеона не было там. Если бы я бы сыграл на аккордеоне это. Вот. И потом подобная, кстати, история повторилась, когда я пришел тоже на ансамбль. Хэл Круг такой. Очень известный педагог. Прям по ансамблю. К нему сложно было в ансамбль попасть. Там, это не как у нас там тебя назначили, там нужно было записать, там, как ты играешь, определенные пьесы в определенных темпах. Он это слушал. И потом это отбирал. И вот я так пришел на ансамбль, мы играем, и мне так кажется, что так все получается. У меня классно, я такой прямо раз играю там. Здесь, наверное, вот здесь. Потом он такой раз останавливает ансамбль. И как бы это вот правильнее перевести на русский, что он сказал. Сказал, ну, типа того, что прекращай играть свою вот эту пианистическую ерунду. Ну, только не ерунду, он сказал, пожестче такое слово. И я говорю: а, пианистическую? Да, пианистическую. Я говорю: ну, я пианист. Ну и что? Меня не волнует, что ты пианист. И тогда у меня был первый звонок, я говорю: а в чем разница? Он говорит: понимаешь, ты должен был... Не инструмент должен тобой владеть, а ты должен владеть инструментом. И идеи должны исходить не из тебя, а из инструмента. Я тогда тоже не сразу это понял. А потом, конечно, понял. И вот он меня заставил... Не как Данил Перс, да? Он говорит: ты сиди за инструментом, но у тебя вот три пальца. Все. Вот аккомпанируй ими, играй соло ими. Я тоже думаю, вот какой странный. И вот полурока, да, это где-то вот минут 45 он меня так вот мучил. И то же самое потом говорит: ну все, теперь ты готов, давай, играй двумя руками. И опять, я понимаю, что просто мир какими-то новыми красками заиграл. И вот эти вещи, конечно, очень такие полезные, и я их практикую и сейчас иногда тоже думаю, раз там дома там занимаюсь, что какая-то ерунда, все это как бы, играешь под пальцами, гаммы опять же, кому они нужны. И насильно берешь, обрубаешь себя. Ну, не пальцы, да, просто какие-нибудь. Ставишь себе задачу, да, и решаешь ее, а потом... Ну, это как вот, как в спорте у меня такая аналогия, да, когда там мы подтягиваемся с грузами там, а потом грузы снимаем, и все так легко. Вот, также и здесь, в общем, хорошая практика, тоже рекомендую попробовать, не лениться, это очень классно работает. Ну вот, смотрю... А вот, нет, мои ограничения вопросы есть. Так. Есть, да, есть разные. Вот он, но он конкретно говорил, вот тремя пальцами там, или выбирал какие-нибудь вообще странные. Ну, кстати, вот, например, да, вот, а вот на саксофоне какой можно ограничить? На рукой можно играть. Давайте сделаем сейчас вместе. Давайте я буду двумя пальцами, а вы. Ну вот, например. Да, да, просто блюз. Вот просто вот интересно, что произойдет. Ну, давайте я только. Я не то, что вот правой рукой я буду двумя. Какие, кстати, хотите пальцы? Первый и второй. Это вот эти?
Это удобно, кстати, нормально. Вот, и левой рукой я просто буду помогать аккомпанировать, там, держать форму, чтобы было, да. И сейчас я попробую, да, я буду аккомпанировать вам тогда двумя пальцами правым. И все по квадратику, по, ну, по два, как пойдет, сыграем, да. Что, фа-мажоре, да, замесим? Одной рукой, поехали. Какие-то скачки его, да, и на самом деле так можно очень много каких-то идей
найти, ну так бывает, поиграешь, думаешь, а почему я, мне такое в голову не приходило, например, да, все там восьмые гоняю вверх-вниз, а тут можно раз, да. И просто, когда ограничен в средствах, тебе приходится вот с этими ограниченными средствами как-то, насколько это можно, возможно, быть креативным, да, сейчас модное слово. И вот таким образом мы и фантазию развиваем, и свое предслышание, и мы не можем ничего сыграть того, что всегда играли, потому что пальцы уже не могут того сыграть, то, что обычно играют, потому что нас лишили некоторых пальцев. Ну так, давайте, может, финальные какие-нибудь вопросы и закругляемся. Я знал. Так. Рок-музыку? Да. Что рок-музыку? Я люблю, да. Ну, да. Через касту сейчас. Скажите, пожалуйста, а вы можете импровизацию уже на любую тему сыграть? О, да, конечно. А вот у нас впереди Новый год, Рождество. И причем рок это нужно сделать. Хорошо, давайте. Заказы сегодня. Я сегодня, давайте. Да, все выполняем. Впереди Новый год. Так. Все. Впереди Новый год. Рок. Рок и перед. Ну хорошо, давайте и рок, и Новый год. Ну, рок. Но Эрик Клэптон это рок? Да. Да? Да? Ну это легко говорить. Не, ну я сыграю, как я играю. Куин, да. Стинг и рок. Ну ладно. Ну давайте. Ладно. Предновогоднего настроения, и чтобы все было хорошо.
сыграю всем известным тогда с детства мелодию под ваши бурные аплодисменты. Если будет вакансия, то не будет. Если что-то, то сам что-то надо развить. Давай, давай.